И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Генезисе. Сегодня мы пойдем в вулкан, черт его побери. Да, рядом с миссиями, ну с прошлыми миссиями, с Рексом и так далее, там была еще одна миссия, я посмотрел, там кладка искатель, ну то есть искатель кладки. То есть кладки яиц. Описание: спереть яйца у магмозавров. Почему я стою, собственно, около магмозавра? Вулкан шанс то, что он бабахнет, а вроде бы как в магмозавре находиться внутри вулкана безопасно. Это не точно, опять-таки же видосы были старые, возможно, что-то изменилось. Но фиг с ним, посмотрим, проверим. У меня в инвентаре специально осталось седло для Рекса, чтобы я, когда буду вызывать, я про них не забыл. Вот они, мои рексушки. Я им всех, кстати, здоровье прокачал. И, то есть, ставится чисто только урон качать и так далее. Ну что, погнали! Погнали на приключение. Почти угадал. Кстати, не, погоди. Сначала мы сделаем... Магмозавр. Вот, чтобы он был здесь у меня рядом. Так. Опять не та кнопка. Погнали. Все туда же, все в то же самое место. Все к тем же телепортам. Еп. Но я только что там был. Че он тут прогружает? Он даже не должен был успеть выгрузить его. Ну, в любом случае, мы здесь. Отлично. Прекрасная улочка, подкачал немножечко здоровечка. Это уже хорошо. На всякий случай накидаем еще. И погнали. Погнали! Это не значит, что нужно прыгать. Так, погоди, эти-то я прошел уже, да? Да, сверхзвуковая гонка, это же на этих было... Пиу-пиу-пиу! На додошек. На дедикурусах, господи, додошек. 2300. Вот это я понимаю. Я вот только для пуляла капец слитки металла не взял, да? Я сейчас возьму слитки металла. Мало ли пулялки мне пригодятся. Так. Слитки металла. И давай проверим, что он из себя представляет. То есть один слиток металла только бабахает. Кайф. Я взял 2000 на всякий случай. Я ж не знаю, сколько там тратит. Ладно, погнали. Миссия кладка искатель. Будем пробовать эту миссию. Сейчас ногами сначала. Просто гениально. Ладно, погнали. О! Так, да, вспомнил, что это за миссии такие. Это типа, короче, здесь это. И начинаешь типа бабахаться с ними. Пяу! Летит только долго. Ну, прикольно. В целом, да, не зря слитки металла бабахнул. Пригодятся. Ай-яй-яй, не лагай. Так, отлично. Давай поближе. Yeah! 150-е. Отлично, погнали дальше. Все, я понял, что это за миссия. Это миссия от точки к точке и зачисти точку. Ну, окей. Тихо. Отлично. Погнали дальше. Так, вот они плюют в меня, кстати. Они меня... Бронька-то ломают? Не ломают. Вот хорошо. Начинаю сканирование. Вау! Вот это супер! Так как я нахожусь вот в такой броне, они не могут выбить меня из седла бурловки. Отлично! Ну нафиг! Ну-ка!
Ничего ты мне сделаешь, а ничего ты мне не сделаешь. Ублюдок, мать твоя. Кстати, сколько мне тут брони? 260, вот это я понимаю. В смысле? Я ж тебя думал убил. Я понял! И он жрет сырое мясо, короче, расходует на этот момент. И слиток металла, короче, чем сильнее я накапливаю, короче, тем больше шар. Да ну нафиг. Ну-ка иди сюда. На нафиг. Вот это шарина такая полетела. А теперь... Ха! Класс. А я думал, это типа КД на слюну, а это нет, это, короче, это, типа, чарджер, этот, заряжаешь, типа, удар. Прикол. Пошел ты, ублюдок, мать твою. И ты пошел ты, не попал в тебя. Ладно, зато кусок металла сломал. На и пофигу. Так. Хпфу на тебя. И хпфу на тебя. Иди нафиг! Почти на месте. Слышь! Слышь, ублюдок, мать твою, оно идёт сюда! А если в так? Ах ты ж ублюдок, я тебе сейчас покажу. Я тоже быстро могу бегать! Хоп-хоп-хоп! Да иди ты, ну серьезно! Ну ты-то чё? Ты и так по 900 получаешь. Огонь. Ах, как я ненавижу големов, честно. Они жирные. Кстати, заметили, да? Количество хп у голема 25 000. Мне здесь чуть-чуть в два раза больше хп, чем у того, который был в прошлой миссии. Ну, только здесь урон, конечно, да. Да, несравнимо. Так, а теперь как мне спуститься туда вниз? Мне что, туда спрыгивать, что ли? Так и подразумевается спрыгивать? А, не, вот тут можно слезть немножечко. Аккуратненько, почти аккуратненько. Почти аккуратненько. Да ёп. Поешь за ногу, отлично. Ой, да пошли вы, короче, все в задницу. Ну и богу. Опять голем. Ну пошел ты, голем. Знаешь куда? Погоди ты со сканером. Сейчас назад вернусь, там сканирую. Опача, лети сюда. Отлично. Фу, я думал, опять годом засыпал, спавнил. А если б я плюну? Да, он получается, чем больше я заряжу, тем больше он урона вносит. Окей. На големе заодно протестировали. А ты задолбал меня уже! Ублюдок мелкий. Ну серьезно, опять горный элементарь. Бесят они меня. Только время тут трачу на них. Бау!
Серьезно? Пурловия, которая спрятанная в земле, убивается с помощью вот этого чуда. Это офигенная новость. Это, пожалуй, единственное, чем я мог хоть раз, смог хоть раз убить Пурловию, находящуюся под землей. Без шуток, я что только не пытался пробовать, я это не получилось. Ну, возможно, у меня было не было так, такого вот чего-то, что чем мог бы убить, но... Отлично. Yeah. Вот теперь сканируй. Ну и чё? Две? Одна? Погнали! О, добрый вечер! Ну, в целом, можно было бы и на Рексе здесь гонять. Я забыл, чё, как эта миссия выглядит вообще, что она из себя представляет и так далее. Здесь в целом можно и на Рексе сгонять. Не, ну магмозавр тоже нужно. Я им на нем ни разу не грацевал, и тут как бы это... Тут прям не кислая практика. Я дофига чего нового узнал. Кстати, потом в конце посмотрим, сколько я в итоге этих снарядов потратил. Ну, в смысле, слитков металла. Заметьте, это гамма. Это гамма, это изи. То есть, это легкая сложность. Понимаешь? Это не нормал, это легкая сложность. То есть вот я сейчас вот это все огребаюсь на легкой сложности. На Рексе, я думаю, такого вообще бы не было. Типа, камон, на Рексе-то что там? А, я не дошел что ли до точки? Я просто стою так, отстреливаю их. Не, Пурловию под землю измочил. Кайф. Вот это я понимаю, кайф. Рекс, ну ты иди в жопу, а. Вот, спасибо. О. Мы приближаемся. Отлично, погнали. Пошел в задницу. Ах ты ж собака, уклонился-то. Ну ладно, хоть это не уклонился, и на том же хорошо. Еее! Ой-о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 й
И вот так хочу плюнуть. Что-нибудь получится с этого? А, он, соответственно, меньше летит еще из-за этого. То есть, чем этот массивнее, тем он меньше летит. Прикольно. А вот так? Ну, это прям, короче, вообще шрапнель такая в упор бабахает. Ну, понятно. Ну, тяжело. Тяжело разобраться, что как где. Но в целом, то есть попрактиковаться, и можно так не кисло бабахаться по ним. То есть вот они уже на подходе, да? То есть ты одних бабахаешь, другие только на подходе. Ага, пошел ты в жопу. И, короче, что-то типа того. Ну, допустим. Ну да. Да. Ну так уже поинтереснее. Ну, опять-таки же, это прям мили урон такой, прям в упор, когда вот они идут. Вот тогда можно нормально что-то сделать. Ах ты собака! Плюется она на меня.
Ну, лови фашист-гранату. Лично. Но урона вносится так-то не кисло. Уже сотку снесли. И сотку этого я потратил уже. Ну что, врываюсь! А если в большой и под себя? О-о-о! У меня хорошая идея, как выбивать их из-под себя. Опять голем. Да пошел ты в жопу, голем! Ну это просто опять время. Ладно, добьем. А знаете, что самое тупое с ним? Он у меня фул отхильнулся уже, не знаю, распятый. Да, я дамажу его по 1000. Да, это хорошо. Но это собака, эти твари все подходят сюда, подходят. Ну, каждый раз отхиливается. То есть, суммарно уже примерно раз 5 я его убил. Но он постоянно отхиливался. Вот всяким вот таким, вот всяким вот таким вот, подбегающим сзади и все в таком духе. Бесячая хрень. Ну, наконец-то. Господи. Задолбался. Зато из-под себя научился убивать этих. То есть, когда они прям подо мной хотя бы, то они сдыхают. Огонь? Огонь от огня? Еп. Чпокс. А, так он догорел, получается, даже. Ой. Ну, на рексах я точно могу сказать, было бы легче. Они более поворотливые. И урона у них, понятное дело, будет больше. Но магмозавр все-таки классный. Классный, прям вообще. Мне нравится. Мне он однозначно нравится. Начинаю сканирование. Он стоит того, чтобы его томили. Точнее, выращивали и так далее. То есть, вот как с вивернами ты мучаешься, но потом ты получаешь такую неплохую боевую единицу. Да, ну, кстати, с вивернами там еще жопа в плане выносливости. Но вот магмозавр, конечно, здесь попасявее в этом плане. Под себя насрал. Отлично. Фух. Бесячая собака. Да уж, ну на бетку я с таким магмозавром точно не смогу пройти. Ну смотри, я уже половину времени просто тупо иду именно вот так вот. Ну турецов добыл немало. Ай, господи, зачем, конечно, я не знаю, но я добыл, что поделаешь. Будем окидывать живо теперь. Ну 10 тысяч хп они мне сняли. Общее. Это, конечно, да. Я даже уже, как видите, научился бить, так рассчитывать более-менее на вес, все дела. Не всегда, конечно, но все же. Ах ты, скорпиончик, отошел в бок, собака хорошая. Ну, на Рексе было бы быстрее. Ну, как минимум из-за того, что Рекс быстрее бегает.
тоже стоит учитывать. Он более поворотливее и урона больше. Отлично. Так, сумку там поджарил. Фух. У меня перевес. Я думаю, что я так медленно хожу. А в смысле там кто меня бьет? А, меня бьет все-таки. Просто звука не слышно было. Слышу, что этот магмозавр... как сирена звенит. Блин, нифига себе, я думаю, чё он так медленно ходит? У меня там просто камня перебор было. Было камня перебор. Так. Ну, обсидианчик добуду хотя бы. Хотя бы обсидиан добуду. Да, благодаря седлу некоторые вообще прям урон не проходят от некоторых. Прям вообще ноль урона, это прям кайф, конечно. А, вот и спуск нормальный, адекватный был. Ёб твою ж за ногу, я даже не помню, чтоб их столько там было. Офигеть! Нифига там магмозавров-то сколько! Не, ну, какие-то из них квестовые, я думаю, а какие-то же из них нет. Ладно, сейчас заметочку возьмем. Кто-то только что добавил данные о невиданном в истории извержения симуляции Genesis. И это вызвало глюк. Я удалила его. Но угроза неожиданного, необычно мощного извержения сохраняется. Насколько мощного? Но ты слышал о деканских трапах? Крокотау, Бекту, что-то вроде того. Такие извержения происходят нечасто, но после них приходится перерисовывать карты. Так, не доплюнул. Ах ты, собака, сагрились на меня. Ой, я хотел этот шар сейчас сбить. Ну ладно. Чё поделаешь? Яйцо, говорит, собери, но... Сейчас вот слез с седла и собрал. Опять камень перевес. А мне для начала еще зачистить надо. Слитка металла, еще огонь. Имеется энное число. А, я пока в лаве нахожусь, я не могу плеваться. Прикол. 15 левел. Ну что, пробуем. Подожди. Офигеть, вы видели, да, там сколько их всего? Так, а теперь где что? О, ну добрый вечер. Да, иди ты в жопу. Я горю нафиг.
Отлично. О, яичко 20 левел. Блин, я что, самое крутое яйцо, что ли, сразу же тогда нашел? Офигеть. Да ты серьезно? Ну это да, тогда лети. Ёшкин кот. Не, ну зачистить мне нужно было, потому что они бы мне просто сейчас бы встали бы на пути, и все, это было бы кирдокс. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, текай! Текай! Давай, текай! Все, идите все нафиг. За редким исключением будете сдыхать. Не-не-не-не-не-не-не. Даже тормозить, короче, не буду. Пошли все вон. Это мне повезло, что он застрял. Он бы сейчас мне не кисло бы дорогу перекрыл. Своей жирной тушей, как минимум. Этот тоже застрял. Вообще огонь, супер. Замечательно, великолепно. Супер! Давай, 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 тика, 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 тика. А чё так все красно? А это чё, сейчас извержение вулкана, что ли, готовится? Или чё так все красно? Не-не-не-не-не-не-не, идите в жопу. Идите в жопу, все. Я выхожу. Мне не до вас. Пошли вон, ублюдки, мать вашу. Слушай, походу, реальное извержение вулкана готовится. Ну ты серьезно встал на дороге? Отойди нафиг. Беги, 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 беги! Ах, ты ж не успел пройти. Я реально в извержении вулкана нахожусь, по ходу дела. То есть вы говорите, что... Братва, я тут застрял, по ходу дела. Основное, конечно, с кем я застреваю, это с големами. Это пиздец просто какой-то. Извините за выражение, но это прям кошмар. Если в голем встает на дороге, то это просто забей. Он просто у тебя хиляется от всего, что к тебе подходит и пытается тебя дамажить. Ты убиваешь, он бьет по трупу, труп сжирает и хиляется. Это очень сильная тупость. Но по ходу дела реально здесь без магмозавра ты эту миссию не пройдешь. Потому что извержение вулкана, либо это совпадение, черт побери, либо это реальное извержение вулкана. Но мне больше нравится то, как вы смотрите, что-то меня встречает впереди. Да, это чертово извержение вулкана было. Офигеть. Ой, да иди ты в баню, короче, все. Отстаньте. Бэм! Ну это жопа. Это жопа. Я не хочу даже пробовать на Рексах это проходить, потому что это будет жопа. Это будет чертовская жопа. Яйца у меня по... Ну, понятное дело, нету. Но это логично. Это всего лишь навсего миссия и все в таком духе. Ой, что за это мне дали? Мне дали ботинки. Тековские. Седло платформы на Мозе с броней говна. Ну и, пожалуй, все. Это ужасно.
Это ужасно. Ладно, остальные миссии уже буду проходить сам. Это уже точно. Ну, потому что... Камон. Не-не-не. Это я точно проходить в... Это не буду, потому что бетку я точно буду проходить намного дольше, потому что буду более аккуратно и так далее ходить. Вообще миссия прикольная. Если в быне вот это извержение вулкана, которое было в конце. Я до сих пор не понимаю, это извержение вулкана было просто так? Или так совпало? То есть по миссии или так совпало? Вот это... Блин, еще отравление какое-то дебильное не проходит. Так совпало или это реально по миссии? Если это реально по миссии, так, ну это тупость. То есть ты по миссии, в миссию только можешь пройти на Магмазавре. На Магмазавре топового левела, с топовым седлом и так далее. Потому что по-другому ты не сможешь пройти альфу. Бетку, допустим, ты пройдешь на альфу, ты не сможешь пройти это точно. Без нескольких магмазавров и все в таком духе. Ну, в общем, да. А вот это вот в конце извержения вулкана, это прям кошмар. Надо будет посмотреть еще у других, кто как проходил. Было ли у них такое же извержение или нет. Если было, то значит точно все. Это только на магмазавре проходить, это без вариантов. А это немножечко тупо. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Говорю всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.